Какие же общие рекомендации по питанию мы можем вам предложить? Прежде всего, употреблять отварную или на гриле рыбу, употреблять цыплят без кожицы, выбирать постные, отбивные и уменьшить объемы вашей пищи, уменьшить объемы порций. Кроме этого, я посоветовал всем не смешивать разную пищу между собой. Если сегодня рыбный день, сегодня рыбный день. Если сегодня вы едите мясо, то не надо употреблять еще и рыбу. И таким образом вы добьетесь значительно большего эффекта и ценности вашего питания. Желательно есть много продуктов, содержащих клетчатку. Это овсяные хлопья, черный хлеб, яблоки. Ограничьте употребление сливочного масла и мороженого. Ограничьте также употребление яичных желтков, печени и других субпродуктов. Молочные продукты с пониженным содержанием жира необходимы.